Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такую вот мимозу из двух 260-х шариков. Можно сделать вот такой вот букетик, добавить листьев, а можно поставить мимозу в такой вот горшочек, добавить еще вот такие вот цветочки и такие вот маленькие листики. Ну что ж, давайте начнем. Итак, первый шарик сначала раздуваем, то есть надуваем почти до конца. Вот. И спускаем. Надуваем на 50 сантиметров, 8 пальцев. Делаем мягкий пузырь примерно на 8 сантиметров. И скручиваем его вот в такой вот большой пинч. Круглый. Делаем еще один такой же. Делаем микро пузыречек. И снова два пинча. И продолжаем, пока у нас не кончится шарик. Размеры пузырей постепенно будем уменьшать. Так, здесь уже можно сдуть. Ставить микро пузыречек. Второй шарик уже не раздуваем, потому что пузырьки будем делать меньше. Можно сразу же привязать. И продолжаем делать такие же кругленькие пинчики. Постепенно уменьшая их размер. Вот видно, что сначала мы делали большие пинчики, а в конце меньше. Можно завершить все одним маленьким пинчиком. Так вот. Теперь располагаем как бы вот так вот пузыри. Эти выдвигаем вперед, эти назад. Следующие тоже назад. Теперь переворачиваем и отодвигаем назад вот эти два.
Снова переворачиваем и отодвигаем. Вот эти переворачиваем, отодвигаем вот эти. И так вот идем по всей длине. И у нас получается такая вот лесенка. Крепим стебелек. Так вот. Вот и все. Такие вот получились у нас мимозы. Спасибо всем за внимание. И до свидания.